Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сейчас я нахожусь на тестовом сервере, а это значит то, что сегодня у нас будет анонс нового обновления. Обновление будет 2.1 называться, и будет касаться летнего, так сказать, тематики, да, такой отдыха, все дела. У нас будут в игру добавлены 5 скинов, один из них легендарный, это на кролика Скиппи. А также будут небольшие правки по балансу. Начнем с правок по балансу, хоть это не самое важное, да. Но, на мой взгляд, они недостаточно такие прям уж и большие, поэтому быстренько с ними разберемся. Итак, у нас чуть-чуть ухудшают ульту у Дюка. То есть теперь ультимейт у Дюка будет стан делать не 2,5 секунды, как он делал раньше, а 2 секунды. И радиус, видите, тут радиуса нету, да? Но разработчики писали, что радиус изменится со 150 до 140 градусов. Ну, как-то так, чуть-чуть ухудшают Дюка, не знаю зачем. Он и так сейчас не очень прям хорош. Ну, что есть, то есть. Дальше, Дюк. Дальше разработчики ухудшают один предмет. Это нашу трубочку. Да, ребятки, именно трубочку. Теперь они добавляют ей стамину. То есть, знаете, как у нас сейчас у крема огнестойкости есть стамина, типа выносливость, да? Также они делают из трубочки. То есть, выносливость будет накапливаться. Нельзя будет постоянно нырять, выныривать. Ой, в общем, как всегда, разрабы, как всегда. Убивают геймплей на других персонажах. А потом, ой, а что у нас игра не сбалансированная? Ой, все. Ну, как-то так, да. Идем дальше. Давайте пройдемся по скинам. У нас будет, получается, скин легендарный на Скиппика. То есть, этот скин будет с анимациями, со смайликами. Сейчас покажу вам, как выглядят смайлики на этого Скиппика с этим скином. Это вот такие вот. Блин, что не активный? Вот же зараза, а? Наверное, нужно прокачать уровень Скиппику, тогда будет активно, но не суть. В общем, вот такие вот два смайлика с трубочкой, один огненный такой, типа, недовольного Скиппика, ну и второй такой веселый Скиппик. Также у нас в игру добавляется еще 4 других скина. Это скин на Дону, тоже водный. Сейчас я вам покажу его. Выглядит этот скинчик вот так вот красивенько. Вот такая у нас Дона получается. С масочкой, с очочами. С вот этим вот непонятным, что это там, типа, костюмчик для плавания. С шлепанцами. В общем, вот такая вот прикольная Дона. Также добавляется скин на орла. На орла у нас скин идет не то чтобы прям плавательный. Он у нас больше как спасатель Стив. Спасатель, да, будет прилетать вас и спасать. И забирать свой топ-1. Такой крестик у него сзади. Типа он спасатель. Очочек, кепочка, в общем, моднявый Стивчик у нас. Также добавляют скин на Лизика. На Лизика тоже добавляют скин. Блин, на Лизе, посмотрите, сколько скинов на Лизе. Каждый патч, новый скин на Лизе, новый скин на Лизе. Ну, просто слов нету, ладно. Русалка Лизе, вот такой вот упоротый скин, честно говоря. Они просто присобачили Лизику хвост. Ну, как бы у Лизика хвост был, да, но именно вот такого типа, ну... Типа, лишний отрезали, а чё? Смотрите, да, обычный хвост, хвост Лизика, обычный хвост, хвост Лизика. Или русалки. Ну, короче, отрезали хвост у Лизи, пришили новый. Покрасили, сказали, вот вам, держите, Лизи русалка. Ну, прикольно, что, модненький такой стильчик. И последний у нас стильчик, вроде бы, последний, если я не ошибаюсь, это скин на Джейд. Вот такая вот у нас Джейд красавица, с такими очечами, очечами. И в таком вот купальнике, модненьком, даже с браслетиком. Но это не самое главное. Самое главное у нас стилька, это, конечно же, на Скиппика легендарная. Я, правда, не смотрел, есть ли у него анимация здесь на этом стильке. На этой стильке. Давайте посмотрим поближе. Вот такой вот прикольный плавательный костюм у кролика Скиппи. С этими суточками на ручках. Будем сейчас его тестировать. Масочку, наверное, тестировать не буду. Смысла от нее нету. Больше ничего особо не нервили. Поэтому погнали сразу в бой, чтобы посмотреть, налюбоваться на этого прекрасного короля. Где наш кроль? Мы, наверное, посмотрим другие скины, по сути. А что там их... Они, в принципе, красивенькие. И мне интересно, какие здесь анимации. Все-таки легендарный скин подразумевает под собой кучу анимаций. Чего-то интересного. Вот, кстати, здесь нормальные бои, посмотрите. Здесь рейтинги папы, да? Итак, пока что... Ага, смотрите, анимация, получается, вот этих пузырьков, которые выходят, да? Ну, прыжок вроде бы такой же был. Звуковая анимация ластов добавилась. Не знаю, слышите вы сейчас, нет? Ну, когда кролик Скиппи ходит, у него теперь звуки того, что, типа, ласты по воде. Ну, знаете, по... не по воде, а как будто по мокрому чему-то там они... Ну, не знаю, как по мокрому пластику ласты такие, такое ощущение.
Давайте посмотрим, изменится ли анимация выстрела. Ну, вроде бы не изменилась. О, какой панда жесткий, а. Так, анимация гранатки нет. И анимация дробовика. Да вроде ничего не поменялось. Вот, кстати, ну, легендарный скинчик как-то не очень. Как-то слабенько. Ну вот, у того же орла анимации вообще прям там столько этих анимаций. Кстати, можем сейчас после этого сравнить. Заодно посмотрим, как на орле играется. Ну, можно, в принципе, сравнить вот орла, да? Смотрите, какой бот умный, а? Можно сравнить орла и сравнить, сколько всего сделано на скипете, да? То есть, ну, разница огромнейшая. Кстати, в этом патче Донну никак не трогают. По поводу того, что вот мы недавно с вами обсуждали. Чтобы ее бы пора как-то исправить, но... Ну, вот пузырьки и все, это ж, ну, как-то слабенько. Я думал, будет что-то прям поярче. Честно говоря, обижают нас разработчики. Вот такими легендарными скинами. В принципе, скин очень красивый, да, не спорю. Но зачем ему давать легендарность из одних каких-то пузырьков? Мне непонятно, честно. Ну, можно же, типа, ну, обычный скин там сказать. Ну, да. Типа, сделали смайлики, сделали пузырьки и сказали, что он легендарный. Ну, что это такое? Ну, вообще уже расслабились разрабы. Будем их хейтить, да? Не, ну а чё? Ну, как есть, говорю, ну... Лук анимации никакой, граната никакой, дробовик никакой, ульта даже... Не, ну слушайте, может ульта анимацию поменяла всё-таки. Ну, если ульта анимацию поменял, тогда я забираю свои слова назад. Ну, блин, какая тут анимация? Ну, посмотрите, он же просто прыгает. Чуть, какая анимация на ульте может быть? Ну, такое себе. А так выглядит прикольно, да. Гляньте, даже могут... Посмотрите, насколько боты умные, а? Гляньте, куснул меня. Ати какой кусающийся. Если бы еще убил, было бы вообще прикольно. Ладно, кто такое? Топ босс второго уровня убивает 16-го короля, да? Заберем аптечку. А ну, нету багов новых? Может, перепрыгнем здесь? Не, не хочет перепрыгивать. Ну, кстати, по любой поверхности звук один и тот же. Чекайте, следы от ластов, ребят. Как вы думаете, какие следы от ластов? Конечно, это 4 шарика. Конечно, 4 шарика это следы от ластов. Уйти, какой жирафчик, а ну иди сюда, пинг. Пинг. Во, вы видели, как он гранату кинул? Такой прям уверенный в себе, кидок гранаты был. Туньк. 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 Гляньте, он как-то там уворачивается, а? Че, самый уворотливый? Ля-ля-ля какой. А ну-ка, давай нападем. Гляньте, шотнули, офигеть. Ну как-то так, то есть видите, вот такие пузырьки. Ну, честно говоря, так себе. Расстроен. Я думал, хотя бы какую-нибудь анимацию там красивенькую замутят, что у него там... Ну не знаю, ну вот видите, вот скины, да? Смотрится прикольно, но на самом деле ни о чем. Я реально думал, типа, какую-нибудь анимацию замутят на Скролика Скипе, типа, будет там, ну, прыгать там с теми же пузырьками, да? Ну или что-нибудь такое, типа, ну, могли же замутить, ну, чё нет, ну ладно. Вот, к примеру, давайте сейчас сравним скин на орла, суховее, да, вот есть скин, и есть скин на Брюса. Это вот наши легендарные сейчас скины, если я не ошибаюсь больше. Нет, еще есть на черепашку, но на черепашку тоже себе такой себе. Давай сейчас глянем. По сути, ну ладно, на черепашку он хотя бы проработан, но тут столько всего изменено, да? А там просто... На кролика Скиппи напихнули сверху маску, перчаточки, ну, маску эти, наручи из, как там, из утят, да, и типа ласты, и типа на, хавай. Ну, короче, как-то так, то есть, у всех скины прям такие жесткие, изменяет даже сам вид персонажа, да, вот если посмотреть на эту черепаху и посмотреть на эту черепаху, ну, блин, это разные две черепахи, у них даже там моделька персонажа вся изменена, там скелет перерисован, там все дела вот эти. А сколько скин, ну, почти не работали, это странно. И на Брюс у нас еще есть легендарный скин, да. У нас... Ну, вот у Брюса тоже палач, легендарный скин самый первый был в игре, и он реально выглядит круто. Хоть он, по сути, не меняет никак Брюса, да, вот. Ну, хотя... Ну, блин, а что-то на Брюсе можно поменять было прям такого сверхкрутого. Но он имеет крутые анимации, крутой вид, и вообще он самый, ну, такой, очень крутой. Ну вот сейчас, к примеру, потестим суховье, да, вот просто беру, запускаю бой, и сейчас вам покажу, насколько же тут всяких анимаций, насколько же всякого прикольненького больше. Начнем с того, что у суховея тут ульта анимированный,
Те же смайлики, да, есть. Кстати, бой маленький начался, то есть... Вот видите, сервер перезагрузился, да, на тестовом сервере, и все, бой маленький. Ну вот, блин, ну... Плюс такая масочка у него прикольная. Ну, но мне на больше... Нравится вот прошлые легендарные скины, вот первые два. Видите, какая анимация крутая, да? Еще и анимация приземления и все такое. Плюс анимация освещения глаз там со временем, да, ну... Нормально же? Гляньте, какой, а, черепах? Все завидел. Какой красавчик, а? Все бы черепахи были такие. Некоторые люди так не играют, как этот бот. А ну забайтим, забайтим. Забайтили. Но не тут-то было, в этот раз-то я тебя знаю. Бота, поведение, все дела. Кстати, очень странно то, что... Не успел, да? Не откадешься с ульта. Видели, даже когда убивает, тем более показывает теперь значок этот. А нет, он всегда показывает. Ну как-то странно он. То есть, когда мы его только что убили, был там с кружочком, синенький. А теперь желтенький показал. Ну, давайте сюда приземлимся. Видите, желтенький, да? Когда убиваем, получается, показывает, типа этот. Показывает синенький кружочек. Ну блин, сложно убивать, конечно, льдой, чтобы попадать. Надо бы попробовать, потестить. Ну, в общем, намного проработаннее прошлые легендарные скины были, чем сейчас. Сейчас легендарные скины какие-то не проработанные совсем. Не-не-не, такой же показывают. Значит, мне тогда показалось, что ли? Ну, не суть. Намного проработаннее раньше были легендарные скины. Столько всяких анимаций, столько разных интересных штук, да, добавлено было в скины. Блин, сколько же урона у этого орла, просто нет слов. Дыдона. Просто Лизика такая, Лизи такая зашла, на. Получи, распишись. Заберем еще один армор. Ну, в принципе, могу сказать, что скин на скипе неплохой. Анимации хоть какие-то есть, но, как по мне, я не думаю, что этот скин даже планировался с анимациями. Потому что вы как видели по смайликам, вы как видели по той анимации, которая добавлена была на персонажа, ну, она либо была сделана в спешке, на мой взгляд. Ну, типа, надо будет сделать легендарный скин. О, у нас есть вот такой вот скин. Давайте его перейдем на легендарный. Типа, добавим ему смайлики почти неизмененные, да? И добавим пузырьки из трубки. Ну, просто, ну... Как по мне этот настолько... Вот примерно так это и было решено и сделано. То есть... Не чтобы нормально там легендарный скин сделать, да? Ну, как... Когда этого делалось, типа... Все, победили. Капкан добил. Ну, гляньте, посмотри на этот скин просто. Он настолько хорош, настолько красив. И смотрим потом на скин скипика и такие. Ну, серьезно? Легендарный? Честно, вот к скипика скин брать не буду. А скины на других персонажей еще подумаю взять, потому что, ну... Если посмотрим, то на ту же Дону неплохой скин. Но, правда, на Доне вообще играть сейчас не буду. Я не знаю, когда мы на нее вернемся. Я, конечно, буду на нее играть, качать, но... Ну, вы сами понимаете, ребят, ну, там такое, там просто... Там просто неиграбельный персонаж с неиграбельными... С неиграбельной ультой, с неиграбельной пассивкой, ну, в общем, все неиграбельно. На нем через чисто... Ну, короче... Ай, печаль, беда с Доной. На Лизика можно скин взять, все-таки хвостик прикольненький. На Джейдика прикольненький, да? На же Джидушечку нашу. Ну и, конечно же... Подождите, на кого еще? А, ну и на Орла... Только Орла надо сначала достать. Я, кстати, достану Орла, ребят. Я уже пообещал небольшой вам анонсик, то что когда выпадет мне в магазинчике Орел, красивый, да, я его себе прикуплю, и, скорее всего, будет это со скином Суховея. То есть, наконец-то мы ощутим эту анимацию. Наконец-то поиграем на настоящей имбе, пока я не понервничаю. Но это все, ребятки. Вот такие вот скины, вот такие вот персонажи у нас будут в этом патче. Изменение трубки, изменение дюка. Бедняжка Левчик. Да. Он и так у нас униженный постоянно. Так еще теперь его тупо пофиксят. На полсекунды стан меньше будет. Дискриминация бедного льва. Ладно. Вот такие вот сегодня новости. В принципе, есть много хорошего, много не очень хорошего. Много хотелось бы получше. Но что есть, то есть. Радуемся игре. Играем. Страдаем на Доне. Да. У кого есть, страдать, ребят. Ну и все. Не болейте. Не скучайте, ребятки. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока-пока.